ребята. Мой папа сказал, что мы можем использовать его для репетиции нашей группы. Ага. Мы будем Криспи Ламой. Криспи Лама рулит! Криспи Лама просто супер! Что это такое? Уже на куче старой одежды. Я слышу гром. Все в порядке? Эй, одежда моей группы. Мы носили это раньше. Это мы. Нас звали Ага. Ага? Ага. Ага. Я не знал, что у тебя была группа, папа. Так круто. Мы тоже создаем группе. Нас будут звать... Криспи Лама. Знаете, у меня остались наши старые инструменты. Замечательно. Ага, вернулся? Хорошо, берите ноты сверху. Сверху чего? И 5, 6, 7, 8. Начинайте играть. Стоп. Хорошо, Рита, это действительно легко. Повторяй. Поняла. Так, Зик, это супер простой прием на 97-й минор, 9-й инверт на девятке. Без проблем. Хорошо, Нори. Могу ли я сходить в туалет? Конечно. Нет, Нори, нет. Эй, Леон, старые альбомы твоего отца классные, но я не уверен, что это наш звук. Мы все же Криспи Лама, помнишь? Ага. О, да, ты права, это не группа моего отца. Эй, что происходит? Пап, мы просто хотим играть музыку, которая нам нравится. Раз, два, три, четыре. Криспи Лама! Криспи Лама! Криспи Лама! Криспи Лама! Я не уверен, что это музыка, но это весело.